уходи. Кто такой вообще мог ожидать? И так только что обосрался. Вот это Юкон, конечно. Ты вообще от этого Юкона ничего не ожидаешь. Они согрели огненного зомби, и он за ним погнался, они в панике начали убегать. Помнишь, как ты играл раньше? Забудь! Мы представляем вам проект серверов Anturnet Z, пожалуй, лучший из проектов. Мы не соврем про то, что у нас все идеально, но у нас отличная оптимизация, ежедневные акции, уникальные системы и круглосуточная техподдержка. Anturnet Z. Новая надежда для Anturnet. Привет, с тобой Тесп, я продолжаю играть на карте Юкон. У нас тут домик, два костра это хорошо, у нас уже тут наставили, конечно, миллиард костров. И уже и домов наставили. Значит, я увидел огромную активность на видео с Юконом. И, собственно, если ты хочешь, чтобы видео по Юкону выходили почаще, то надо продолжать также ставить лайки, также комментировать. Семечки мы берем, все семена пригодятся. Магазин на спортшот тоже возьмем. Штаны порвем. Так что комментируй, ставь. Ух ты, ёшкин кот. Вот это, конечно, мне сейчас повезло на пушке. Очень повезло. А если мне так повезло, то, наверное, и всем везет. Значит, у меня два арбалета, значит, один надо сломать. Обязательно. Забрать мастер-кей. Забрать патроны для мастер-кей. Тут же были, да, вот один патрон. Куртка у нас еще есть, но это все надо рвать. Также у нас много металла получилось. Делаем еще один стак. Отлично. И надо отправляться строить дом. Я очень долго думал, где бы мне построить дом. И я надумал то, что стоит строить дом именно около города вот в этот момент. Потому что это постоянно будет источник ресурсов, и мы построимся обязательно около города. Около города это очень опасное место для меня сейчас. Но мы туда пойдем. Значит, надо отхилиться. Тем более сейчас метель, можно поставить будет костер. И, собственно, от этого костра отталкиваюсь. Хотя, возможно, они уже костер поставили. И все будет замечательно. Потому что уже столько везде костров наставлено. То, что... Я думаю, то, что... и около города тут зарейженный дом. Я думаю, то, что три спальника. Нихера. В одном маленьком доме три спальника. Вот это они, конечно, дают. Я думаю, то, что сейчас везде наставлены костры. Так что с этим проблем не будет. Видишь, мы просто отбежали немножко. И уже и тут костер. Хорошо. И еще один костер. Ребята, ну, конечно, вы наставили, но вы даете. Так, опасная локация, внимание, сейчас надо быть аккуратным, чтобы меня не хлопнули. Потому что сейчас все максимально опасно. Сейчас куда больше людей играет, как видишь. И надеюсь, я не натолкнусь на кого-то агрессивного. Сервер макс 5 человек. Больше 5 человек тут нельзя юзать, иначе будет бан. Так что с этим тоже надо быть аккуратным, чтобы не попасть в такую засаду, просаду. И, блин, сервак просто 24 на 7 заполнен. Я просто офигеваю, насколько вам зашел Юкон. Мне тоже сейчас очень нравится играть на Юконе. Я очень рад, что и вам заходит. Так. Мы только что отогрелись, так что можно сейчас пробежать еще один костер и бежать дальше. Еще, может, скиллы сможем прокачать, будет замечательно. Так, отогреваемся, скиллы. Да, можем качать, прокачаем бег еще. Я даже не знаю, что еще качать. Что у нас, на что у нас скидка есть? У нас на что-то должна быть скидка. Ни на что не вижу больше скидок. Ладно, погнали дальше. Как видишь, я еще прикупил себе скины. Специально зимние. Такой вот белый скин на арбалет, по-моему, очень даже зайдет. Еще пару скинов на другие оружия, которые прям подходят, как по мне, к Юкону. Прямо по стилистике. Но на бензопилу я не хочу убирать скин. Он мне очень нравится. Ни в коем случае. Кстати, секундочку. Этого зомбака можно завалить. Вот так вот. И полутать эти ящики, потому что мне писали в комментариях, то, что тут можно найти что-то такое полезное. И в группе ВКонтакте, и в чатике тоже. Кстати, ссылка на чатик будет в описании. Дружище, обязательно заходи, если тебя там нет. Я даже в закрепленный коммент закину, если не забуду ссылку, так что обязательно заходи. Что у нас по прочности арбалета? Арбалет, блин, тратится, нельзя с него стрелять вот так вот в зомбаков. Надо зомбаков все-таки с бензопилы. Блин, не вообще ничего нет, как будто только что заутали. Если прочность у арбалета будет маленькая, то я никого не смогу продамажить и убить, а это как бы минус. Так, вот у нас еще строитель. Давай мы строителя прихлопнем. Штаны зря взял, зря. Зря взял, потому что я потрачу время сейчас на разбор. Гвозди возьмем. Так. Бинокль еще один. Значит, рвем. Вот так вот. Ну ладно, бинтики лишним не будут. Еще металл вроде бы урвали. Бинокль. Бинокль как прицел можно будет использовать. У меня, подождите, бинокля нет? Это мой первый бинокль? Ну да, меня ошибили уже один раз. Конечно, не хочется, чтобы машина на крыше, как там она оказалась.
Страшно вырубай, какие-то дикие лаги с карджеком, походу. Ребята наприкалывались. Машина на крыше. Так, еще вот это. Страшно вырубай, конечно. Так, металл бар мне не нужен. Еще зомбаки. Блин, что-то меня не прет. Кирпичики, ну кирпичики. Хотя это для вакцины. Или для чего-то еще. Для клан-флага вроде бы не надо, но если не надо, то пойдем дальше. Фу, значит, отправляемся. Я думаю, построю слева части города. Я сейчас передвижу комментарий, не показываю, где дом, но это выживание без монтажа, дружище. Уж надо страдать. Страдать так страдать. Тем более, это такой первый перевальный домик. О, я вижу, тут уже построились. Построились по моей тактике. И тут прям такой нехилый домик. Это что, из фулл металла? Не может быть. Нет, я уже подумал, нет, это просто домик из дерева, хорошо. Есть у вас где-нибудь костер мне погреть? Да, вот, смотри, мы тут греемся, хорошо, давай. А, ну там еще один костер. Да, с такими щеликами рядом строится, конечно, не очень, но что поделать, ничего. И вообще, тут все построились, на секундочку, просто все тут строятся, и... Да, блин. Вот это, конечно, ерунда, я не ожидал такого, то, что тут все будут строиться, и... Просто я мыслю, как все. Просто решил построиться там, где все строятся. Просто превосходно. Ну, давай немножко дальше тогда отбежим, чтобы у нас не только был город, но еще какая-то локация, потому что впереди точно какая-то локация есть. Мы там построимся. Блин, очень сложно выбрать место для дома. Не хочется строиться с рядом с этими заутышами. Но, похоже, придется. Давай где-нибудь тут построимся. Вот так вот. Порублю деревья. Как видишь, всего три бревна выпадает. Но это бензопила, бензопила рубит... Блин, а буря заканчивается. И тут еще поезд. Беда. Большая-большая беда, дружище. Тут еще поезд. Ох ты, ну сколько бревен. Ну надо пользоваться то, что так много бревен выпадает. И сейчас надо... Блин, как же... Красиво. Значит, фундамент. Будем отталкиваться от того, что будем ставить, получается, его в стену. Очень сложно тут ориентироваться сейчас. Так, вот это вот. И вот такой вот фундамент. Блин, а надо где-то наверху ставиться, потому что как бы... Да, надо как-то вот так вот, я думаю. Ставимся вот так вот. И еловый фундамент у нас треугольный должен быть. Подожди. Он у меня выпал, я же его скрафтил. На секундочку, я его скрафтил, это точно. Да, не надо выпадать тут. Ни в коем случае. Так, будем отталкиваться вот отсюда, я думаю. Вот так вот, тут можно спокойно зайти? Да. Хорошо, значит, пилары сейчас наше дело. Я не знаю, может быть, среди моих подписчиков есть ребята, которые не умеют делать дом. Но и сейчас вот как раз будет полный гайд, как построить крутой дом на первое время. И сейчас мы этим прям занимаемся. Минус дерево еще одно. Тут бревен, конечно, не так много выпало. Беда. Надо прям быстро-быстро строить дом. Так. Отлично. Ох. Уже в городе стреляют. Это в городе. Свайпера завалил, чувак. Свайпера. Беда, 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 беда. Вайпер бы мне пригодился. Так что я бы сейчас бы отправился. Но сейчас прям надо дом строить. Так, так, так. Дверной проем. Ставим. А теперь, еще надо пилары. Раз, два. И, наверное, еще третий два сделаем, потому что третий можем поставить вот сюда вот. Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Так, теперь можно дверь одну скрафтить. Так. Раз, два. И на дверь нам хватит, судя по всему. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Где же эта дверь? Она ж... Нет, мы не сделали вот раз, два, и теперь на дверь точно должно хватить. Не понял. Не понял, почему тут вот один, один. Почему-то у меня не крафтится, я же вот делаю. А, у меня выпадает. Я думаю, что не так, у меня выпадает просто. Так, все, все нормально. Все, делаем дверь. Я сделал металлические ставни, когда я волнуюсь... Да, это металлические ставни, ну ладно, пускай будут, они мне пригодятся. Когда я волнуюсь, я что-то порчу для себя, но, блин, это все волнение. Так, ничего не выпало, все. Вот теперь ставим дверь. Она же... Вот, вот эта металлическая дверь. Надо просто читать, что ты ставишь. Вот так вот. Хорошо, и выход у меня, я понял, где. Хорошо, дверь есть.
Нет, мы тебя заберем, дружище. Сейчас подойдет какой-то бомж, заберет мой ствол, и все. Так, надо еще деревья рубить. Ну, блин, тут не порубить, тут как бы конец карты. Блин, блин, и рядом со мной чувак с вайпером, а значит, он очень заутанный. Так, хорошо. Раз, два, три, четыре. Надо еще срубить елочку. Вот так вот. Ну и, конечно, то, что буря закончилась, это замечательно, но, блин, как же сейчас опасно. Все, отлично, мне это уже хватит вроде бы на все стенки, останется только потолок поставить. Фух, так, 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 так. Стенка раз, да, на все стенки хватает. Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Хорошо, потолок сейчас поставим, и будет замечательно. Мы уже, можно сказать, сделали то, что надо. Блин, мы все елки в округе срубили, это, конечно, такое палево. И там еще поезд стоит, но поезд по рукам ходит, то туда, то сюда. Так. Потолок уже хватает. Так сыкотно играть на самом деле, потому что постоянно боишься то, что кто-то подбежит. Кто-то подбежит и сделает какую-нибудь ерунду. Фух, так. Потолок нам нужен. Потолок это вот это, хорошо. И дальше уже клеймфлаг надо покупать. Клеймфлаг. И тут еще надо стенки, кстати, да. Но мы уже сделали основной дом, и можно тут уже скинуть часть лута. Просто скинуть, чтобы он валялся. Вот так вот, вот так вот, потому что сейчас мы пойдем именно перерабатывать деревья на палочке. Вот так вот. Шесть. Хорошо, эти все бревна мы сейчас скинем. Вот так, вот так, вот так, вот так. Часть металла надо, наверное, переработать и часть металла скинуть. Тут, наверное, стак выкинем. Спальник, спальник, у меня же должен быть спальник. Блин, беда в том, что у меня еще спальника нет. И я еще голоден. Я как бы строю дом, но я еще и голоден, и приходится есть всякую просрочку. Там шутки про пятерочку мне были в комментариях, конечно, забавно. Но у меня есть таблеты. Таблеты мы выпьем и пофиксим нашу просрочку. Так, что я хотел сделать? Я хотел еще разобрать молоток. Хорошо, фонарик мне тоже как бы не нужен, потому что у меня есть налобный фонарик, его тоже разбираем. Вот так вот, вот так уже гораздо лучше. И тебя еще съедим. Хорошо, и надо еще пару деревьев порубить. Чем больше, тем лучше. Сейчас вот. Рубим прям все. Вот так. Хорошо, хорошо, хорошо. Еще бревна. Вот то, что я рядом с заутышами построился, это, конечно, вообще будет фиаско, но очень надеюсь, они меня не зарейдят, потому что тут не я один живу, и как бы всех рейдить, это вообще забей. Блин, я уже рядом с городом рублю деревья, это прям беда. Так, 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 так. Блин, сколько бревен мало-то, ну почему так мало бревен выпадает? Так стрёмно. Не хочется дальше рубить, но давай рубить дальше. Еще хотя бы два дерева срубить, и будет замечательно. Ху-ху-ху-ху, я не знаю, очень стрёмно бегать на заполненном сервере, когда все друг друга убивают, особенно когда вайпер рядом стрелялся. Так. Еще три бревна. И давай вот этот вот дерево, и идем домой как можно быстрее. Отлично, 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 отлично. Все, уходим, уходим, уходим. Все порубили в округе. Но это бензопила, дружище, она имбовая. Бензопилу я, кстати, оставлю дома все-таки. Да, оставлю дома, потому что не хочу ее терять. Если только вот вторую найду, уже буду с ней бегать. А так не хочется, не хочется ее терять. Значит, перерабатываем все. У нас тут есть стаки, но стаки нам не нужны. Сейчас мы все это порубим на доски. Доски порубим на палочки. И из этих палочек мы, собственно, сможем сделать... Так, 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 так. Наверное, давай тебя тоже съедим, чтобы место не занимать. Возьмем еще палочки, и мы должны сделать шкаф, насколько я знаю. Если я не ошибаюсь, а шкафу, но сделать вот тут, да? Да, мы сразу даже два шкафа сможем сделать, что приятно очень. Вот так вот. Давай, подбирай, 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 подбирай. И даже мы будем вот так вот впритык ставить, чтобы они все вместились. Так, 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 ну. Вот так вот ставится, хорошо. Так, да, впритык ставится, замечательно. Еще сейчас поставим также шкафов очень много, чтобы мы могли просто складывать лут. А мы это сможем сделать, потому что мы набрали очень много древесины. Так, 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 еще получается. Вот,
Хорошо. И вот буря начинается. Вот буря у нас начинается превосходно просто. Так, тут еще... Конечно, криво поставили, но ничего страшного. Потом мы это все будем убирать в любом случае, потому что будем ставить сейфы уже, а не шкафы, потому что сейфы или металлические шкафы. Так, уже давай как-то вот так вот ставить. Так, наверное, лучше будет крутить, вертеть. Фух, и еще, наверное, на один хватит шкаф. А нет, уже, походу, не хватит. На что мы тогда? Мы можем что-нибудь скрафтить? 6 из 1. Блин, ничего, походу, не скрафтим. Ну, давай вот сделаем немножко этого и... Мы можем что-то сделать? Там стол какой-то или вот эту вот подставку? Давай подставку сделаем, это же будет красиво, наверное. Поставим пока что ее тут. Конечно, не очень практично, но потом уберем. Это мы все подбираем. Я не знаю, наверное, сейчас стоит с дробовиком пойти, посмотреть, сколько у меня патронов. Патронов у меня немного. И дробовик, ну, дробовик у меня в хорошем состоянии, кстати. Но не 0 патронов, на удивление. Вот это я не ожидал. Обычно один патрон исполнится. Значит, кто-то выкинул, что ли, его? Ну, раз такое дело, то надо тогда скрафтить стрелы. Чтобы скрафтить стрелы, нужны палочки. А чтобы добыть палочки, надо сбегать. И они у меня срублены. Значит, тут у меня будет вот эта вот пушка лежать. Так, а тут надо все поскидывать. Так, металл у меня будет в самом последнем ящике, чтобы я не путался. Так, кобру я даже не знаю, брать не брать. Я возьму кобру, ладно, так уж и быть. Стрел у меня в плохом состоянии. Тут у меня всякие реквизиты будут, а-ля скотч. Скотч мне надо взять с собой. Таблетосы и все остальное тоже в другой ящик. Патроны на револьвер пускай тут будут. Ставни металлические. Пила. Флайер, тоже веревка. У меня шоколадка есть. Блин, я голодаю, у меня еда исходит. Мне срочно надо в город отправляться. Вот всю еду еще съедаю. И побежим сразу же в город. Вот так вот. Так, гвозди тоже. Не, гвозди мне нужны. Гвозди мне нужны для стрел. И еще мне, смотри, шоколадка. Блин, а когда я так столько успел набрать? Так, клосы, наверное, тоже выложим. Магазин Спортшот. Просроченную еду, потому что как бы с ней будем... Тут у меня будет медицина, давай. Тут всякие таблетосы. Наверное, даже обеззараживающие таблетки возьмем. Фух, на вайпе... На этом у меня столько-то патронов. Тогда выложим сюда тоже. Фух, а скотча-то у меня много, кстати. Так что давай выкладывать скотч. Мне надо всего лишь-то один с собой. Вот так вот берем один скотч с собой. И, грубо говоря, мы уже все сделали. Только осталось вот так вот приодеться. Все, и подобрать, собственно, то, что у нас выпало. Семечки надо еще выложить. Да, семечки надо выложить. Семечки же мне пригодятся. Еда, давай, пускай будет вся тут. Так, давай, мы тут где-то положили еще просроченный томатик. Да, еда у нас будет в ближнем ящике, чтобы не путаться. Семечки, просроченная еда, которая уйдет на семечки, мы все выложили. Значит, арбалет. С арбалетом мы, получается... Блин, не хочу я делать сейчас. Надо делать, но я не хочу. Я прокачаю тогда крафтинг, и потом сделаем самодельный прицел. Вот так вот. И прокачаем бег. Фух, бег у нас прокачан. Нам еще костер надо, еще бы порубить деревья на самом деле. Бензопилу оставим тут. Блин. Бензопилу тогда давай положим сюда к металлу. Нет, нет, все нормально, все нормально. Я уже думаю, что нам деревья надо срубить, нам просто палочки собрать. Палочка, палочка. И сейчас пойдем в город. Город, кстати, лутать зимой не так уж и плохо, потому что как бы я согреваюсь. Так, еще бы палочек, наверное, потому что как бы стрел много понадобится, чтобы потом еще скрафтить. Так, так, чтобы потом уже не бегать за этими палочками. Соберем их сразу много. Вот так вот. У костра сейчас постоим. И что у нас по стрелам? Сколько можем сделать? Так, можем сделать 3 стрелы. Хорошо, надо собирать гвозди, чтобы у нас были стрелы. С этим как бы разберемся. Погнали в город. Город у нас где-то тут. Из-за тумана и бури вообще ничего не видно. Но я точно знаю то, что город где-то в этой стороне. У нас плюс есть компас. По компасу можно ставить азимуты. И по этому азимуту ориентироваться. Да, вот уже дом прорисовывается потихоньку. Фух, страшно. Очень не хочу терять лут. Тем более у меня сейчас нет ближнего оружия. Я не смогу сражаться на ближних дистанциях. У меня только пистолет. А с пистолетом... Ё-моё, испугал меня. Так, это все собираем, это у нас металлы. Так, еда нам тоже нужна. Сыр просроченный, этого не будем брать. Шапка. Ух-ух-ух-ух-ух, это все будем перерабатывать на металлы. Как же хорошо, когда у тебя много места, и ты можешь спокойно, спокойно все это
забирать. Значит, возьмем тогда вот этот вот фонарик, выключим. Все остальное надо разбирать. Две грабли, два фонарика. Уходи. Уходи. Не-не-не-не-не, ты что, в дом зашел? Уходи, уходи, уходи. Блин, стрёмный чувак, не хочется на самом деле рисковать, так что я, наверное, даже связываться ни с кем не буду. Какой у него ник, давай посмотрим. Сан Саныч. Фух. Стрёмно вырубай. Не-не-не-не-не-не, чувак, не ходи за мной. Не ходи, не ходи. Не надо, я... О, мне что-то скидывает? Спасибо. Давай ему что-то что-нибудь дадим, может быть, ему еда нужна. А мне ему нечего дать на самом деле. Мне ему просто нечего. Давай ему таблетосы дадим. Таблетосы, чтобы он, если что, от радиации вылечился. Как бы вот такой вот обмен. Ну, блин, я не хочу рисковать. А у меня что, стрела не была заряжена? Прекрасно просто. Так, хорошо. Блин, ну это командная работа. Ну блин, я не знаю, я так боюсь, что он может меня подставить в важный момент. Так, 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 так. Клей возьмем, клей нам понадобится. Дружище, что ж ты так... Блин, а... Так, 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 так. Блин, ну может его полечить? Не, вроде бы нормально, все окей, надо свои стрелы собирать. Я, конечно, стрел сейчас потратил ого-го просто. Так, 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 он тут все. Блин, вот моя стрела где-то еще тут была, вот, 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 забираем. И тут я вроде бы стрелял, да, все мои стрелы тут, хорошо. Блин, я, конечно, стрел понапросирал сейчас, ну хорошо, что я все нашел. Как он выжил, я не знаю, просто. Его так зомбаки прессовали, что просто забей. О, карго-штаны. Карго-штаны, замечательно. Это мы вот так вот наденем. Так. Это мы сюда. И у нас опять же много граблей. Фонарик. Это все у нас на металл. И у нас вроде бы 6 металла еще всего-то. Очень мало. Пистолет Кольт. Смотри, пускай возьмет, наверное. Я думаю, ему пригодится пистолет. Надеюсь, он меня не застрелит. Ну, Кольт вроде бы не такая дамажащая пушка. Так, 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 так. Вот так вот. Хорошо, фонарик берем. Что у нас там дальше? Еще, еще зомбак. Надо с правой кнопки. Твою мать! Как повезло тому чуваку! Господи, вообще такое возможно? Где я оказался? Я ему сейчас лут подарил. Блин. И меня сейчас прессуют, я не знаю вообще где. А так, секундочку, так, есть какой-то домик. Ё-моё, вот это, конечно, попадос. Я, походу, очень далеко заспавнился. Блин, вот это, конечно, беда. Надо скину офнуть, но скину у меня офнуты. Кто такой вообще мог ожидать? Я так только что обосрался. Вот это икон, конечно, ты вообще от этого икона ничего не ожидаешь. Ох, блин, а... Сан Саныч в ник. Давай напишем, Сан Саныч, подождешь меня? Сан Саныч, подождешь меня? Меня медведь убил. Страшно вырубай, блин, а где я сейчас нахожусь? Так, получается, блин, у меня такое ощущение, что я очень-очень далеко нахожусь. Надо пробежать вот это вот... Хотя, если по берегу пойти, это вроде бы не ручей. Я не знаю, где я нахожусь, вообще не представляю. Так, давай побежим тогда вот так вот, просто по берегу. Тут есть, собственно, это. Мне кажется, я где-то в центре карты нахожусь. Сан Саныч ничего не ответил вообще. Беда. Страшно, там кого-то убили с... И рядом со мной чувак убил... Так, 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 это мы забираем. Спасибо большое, дружище. Рядом со мной чувак кого-то поубивал. Еще один костер, хорошо. Согрелись немножко, бежим, 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 бежим. Блин, меня медведь убил, господи. Ну как вообще такое возможно? Я-то думал, что у меня будут какие-то стрим-снайперы хейтить, какие-то подписчики, которые хотят меня убить. А оказывается, медведь? Меня будет убивать медведь? О, в доме кто-то есть. В доме кто-то есть, и мы туда не пойдем.
Прекрасно просто. Я не хочу еще раз умирать. Так. Это у нас уже закат, что ли, из-за того, что я не вижу. Мне бы хотя бы до дома добежать, мне бы спальник поставить. Если бы у меня был бы спальник, все гораздо бы проще было со спальником. У меня-то нет спальника. Так, я... Опять он стреляет. Опять он кого-то убил со своего дробовика. Так, я что? Я не могу обратно прийти. У меня такое ощущение, просто я обратно пришел. Но я ж не должен был обратно прийти. Нет, белая шапка лучше. Так, у нас тут стрела. Стрела, но нет самого важного. Тут есть, конечно, патроны. Это мы наденем, как бы хоть какая-то защита. Ах, блин. Фляжка. Фляжка, я даже не знаю, смогу ей пользоваться тут. Я просто не знаю, я вроде бы бегаю просто по кругу. Да, смотри, тот же костер. Тот же костер. Значит, знаешь, что сделаем? Волевое решение примем и пойдем ровно по воде. Вот так вот. Побежим, просто побежим куда-то. Я думаю, куда-то мы прибежим. Адреналин, кстати, сдох. Он всех поубивал, и его кто-то убил. Это хорошо. Просто убийца всех. Он сдох. Я снова прибежал к костру, который около тут, около берега стоит, и просто бежим вдаль. Я очень надеюсь, что я куда-то прибегу. Я, походу, в город уже не добегу, потому что я просто не понимаю, где я нахожусь из-за этой бури. Как видишь, вообще ничего не видно. Просто тьма тьмущая. Я делал все аккуратно, идеально, но медведь. Еще мне так повезло, то, что медведь именно на меня сагрился. Почему на Сан Саныча он не сагрился, а? Вот такой вот вопрос. Почему? Медведь, походу, меня недолюбливает. И тогда меня медведь убивал в прошлом выживании на карте Юкон. И сейчас меня медведь убивает на этом выживании. Блин, мне кажется, я куда-то забежал прямо в такую глупь, где костров вообще нет. Потому что... Хотя... Так. Я пришел к туннелю какому-то. Это уже какой-то намек. Так, туннель... Это мы вроде бы в самой левой части карты находимся. Сейчас, блин, мы туда зайти не можем. Значит, побежали. Еще один туннель. Хорошо, это должен быть железнодорожный туннель. Насколько я знаю. Если это он, да, это он. Хорошо. Еще один костер. Значит, теперь нам надо двигаться вперед и направо. Вперед и направо. Это по диагонали можно вот так вот сократить. Все, бежим. И там должен быть город. По идее. Так что вот так вот двигаемся. Возможно, мы набежим на какую-то деревушку, возьмем какое-то оружие, потому что оружие нам точно пригодится. Медведь в городе обитает, на секундочку. Ох-ох-ох-ох-ох. Там, конечно, с арбалета с 3 метров убивают, или это бензопила, я уже не помню. Но, как видишь, я пытаюсь ориентироваться вместе с тобой, и это очень сложно. Еще закат плюс... Так, блин, закат. Еще бы успеть, конечно, до заката добежать в город. Было бы замечательно. Но, с другой стороны, у нас прокачана стамина. Чувак Лев Толстов умирает от города. От голода. Ты понимаешь, где это вообще? Ну, где-нибудь ты увидишь такое-то, чтобы чувак умирал от голода. Вот просто чувак... Ё-моё, тут деревья срубленные. Это плохо. Давай возьмем 3 веточки. Гвозди плюс 3 веточки. Это у нас получается то, что нам надо. И бежим дальше. И компаса у нас нет. Ты бы видел хоть на одной карте, где человек умирает от голода? Это, наверное, только на иконе может быть, где из-за того, что мороз, ты голодаешь намного быстрее. Просто в больших масштабах твоему организму нужны калории, чтобы согревать свой организм. Блин, карта вроде бы маленькая, но ты видишь, сколько я уже бегу? Я бегу очень долго. Так, мы нашли какой-то... Хорошо, это что у нас? Блин, я опять по кругу, что ли, бежал? Да, я прибежал на железнодорожные пути. Беда. Я бежал по кругу. Блин, ну давай тогда побежим по железнодорожным путям. Там где-то должен быть поворот налево. Бежим, бежим, бежим. Там еще, насколько помним, там поезд. Помнишь, поезд около города, так что все будет окей. Тут еще добрые люди наставили костров. Это замечательно. Костры мне пригодятся. Немножко согреемся. Блин. Сан Саныча убили. Сан Саныч вообще сам сдох, смотри. Он, походу, стрельнул в зомби. Ты слышал выстрел из пистолета? Это был мой пистолет, и Сан Саныч, походу, стрельнул в огненного зомби и взорвался. А если он стрельнул в огненного зомби и взорвался, то это хорошо. Потому что мы его залутаем. Главное, чтобы никто меня не опередил. По идее, по выстрелам, где-то они были тут, в этой стороне, и мы так долго уже бежим, то что мы уже должны были прибежать... Так, подожди, а если мы подойдем вот к этому дому, мы будем согреваться? Да, смотри, мы согреваемся, хорошо.
Надо около домов пробегать, потому что... Бежим, бежим, бежим. Тут чувак вообще в доме сидит, прячется. Страшно вырубай. Тут костер нас немножко согрел. Ну где? Где этот город? Он же большой. Почему я до сих пор на него не набрел? Я просто бегу. Карта маленькая, на секундочку. Но я бегу же. Я выбежал вообще к берегу. Вот оно как. Бежим по берегу тогда. Блин, это прям... Я не знаю, я не буду это вырезать. Я не буду это вырезать, просто ты сам поймешь, насколько эта карта агрессивна. Они согрели огненного зомби, и он за ним погнался, они в панике начали убегать. Значит, давай в пожарный участок. Там у нас будет топор и хоть какая-то защита. Топор должен быть, ну. Каска есть? Каску наденем, ладно, так уж и быть. Флайер возьмем, еще один флайер возьмем. Но оружия никакого нет. Давай тогда в полицейский участок. Так, в полицейский участок. Блин, а тут огненный зомби. Ой, чувак. Не заметь меня. Блин. Что делать? Я не хочу умирать. Пробуйте выбежать. Бежим отсюда, нахер. У него чертова бензопила. Просто убегаем. Он за мной бежит. Так. Что у него? У него что-то есть. Да, у него что-то определенно есть. Блин, у него вайпер. Блин, все, чувак. Жека Фанфурик. Запоминаем этот ник, и я его обязательно уничтожу. Обязательно. Так, посмотрел по записи. Вроде бы уже можно заканчивать. Продолжим уже в следующей серии. Я буду мстить этому чуваку, пытаться отомстить, потому что вот так вот убивать, это, конечно, ужасно. Ужасный поступок убивать бомжа. Я не знаю, ну за что ты его убил? За что? Зачем? Я, на самом деле, может быть, перестану жалеть других и буду также убивать, потому что меня это уже немножко напрягает. То, что меня убивают, а я людей жалею. Это какая-то несправедливость, и я буду поступать так же. Поняли? Вот так вот. И не надо потом писать в комментариях то, что я всех убиваю. Значит, спасибо большое за просмотр. Обязательно ставь лайк, комментируй. Если хочешь продолжение как можно быстрее, подписывайся, жми колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Удачи, дружище, и до скорых встреч.